Говори. Положили мясо уже, оно тушится там. И сейчас кидаем лук для плова. Вот соль, к примеру. Прошло 2 минуты, а теперь закидываем. Посолили морковку. Закидываем изюм. Вверх и вправо зерак. Зерак. Один 10 грамм в этой упаковке. На вкус пробуй морковку. Сейчас. Надо еще Вот мы замочили рис, его в капельке на час. Сейчас он идет. Солью, да? Да. Сейчас закончим, презентацию я последнюю. Тут, наверное, уже вся улица наша слюнки глотает. Такой запах вкусный. Сейчас чуть-чуть пожарится, будем воду заливать. Крышку накрывать, да? Да. Угу. Чтоб все было скрыто. Сейчас крышку закроем. Полчаса пройдет и будет уже готово. Угу. Так, хватит уже. Угу. Мешок. Опасно мешать. Паша, осторожно. Давай. Помешать. Помешает, закроем. И через полчаса уже можно кушать. Подписывайтесь и ставьте лайки. Плов уже готов.